сегодня на съемочной площадке «Два берега», режиссер Ольга Субботина. Снимаем проводы в армию, на войну. Покажу вам. До 50 человек массовки. Прекрасные актеры в кадре. Все воевать уходят. Кто-то безусый еще юнец, а кто-то уже серьезный мужчина. Да! Друзья, какие-то группы добавляют, где там приколы, какие-то мемочки, ну и много всего. Что такое? Опять ты со своим телевизором? Давай на войну, на войну! Раскудрявый, хмель зеленый и семенной. Какой там... Хмель зеленый. Хмель. А у меня хмель зеленый, ну пускай так. Ой, шершень зеленый. Зеленый шершень. Смотри, у себя отклеится. Смотри, парня снимай, вон. Смотри, как... Нет, не нас снимай, а парня. Вон. Смотри, как классно. С цветами. Ждет. Куда уходишь ты? В армию? А почему с цветами? На войну, дурак. Почему на войну? Какая армия? А тебе вместо оружия? Он нас провожает. Нас провожает. Не, он у него свое оружие. Нас провожает. Нас провожает. Ой, Рома, за что ты меня так взял? Тихо, ты чего? Да что ж он сидит свои примочки. Сюда должна подойти. Аглая, сейчас вам любовь мою покажу. А, прямые эфиры. Вау, я первый, кстати, раз участвую в прямом эфире. Серьезно? Да. Мой первый прямой эфир твой. Прикинь? Хоть что-то первый раз со мной. Ладно, пойдем работать. Ольга Субботина. Она прямо держит нас всех в кулаке. Все, целую всех.